Вы только вдумайтесь, как сложно следовать всем правилам моды. Вот смотрите, без носков из дома выходить неприлично, но и ходить в носках и шлепках одновременно нельзя. Вот и выкручиваются люди как могут. Вот где человеку, по-настоящему следящему за модой, найти себе такую зеленую шапку, у которой есть не то уши, не то рога, зато она моментально делает тебя заметным в толпе. А вы бы хотели, чтобы у вас на пальто был нарисован гигантский глаз во всю спину? Может, это напоминание, что большой брат всегда следит за тобой? Привет, с вами канал Фактория. Узор ковра – это, конечно же, вечная классика, но это совершенно не означает, что нужно ходить, завернувшись в ковер по городу. Хотя выглядит, конечно, стильно, тут не поспоришь. А вы любите свои джинсы настолько сильно, чтобы заказать себе футболку с их изображением? Вот этого человека не смутило, что о его трепетном отношении к штанам узнает весь мир. Постойте минуточку, а где, пардон, вторая штанина? Это так и было задумано, или она потерялась где-то по дороге? Ну а что такого? Человек одет по моде. Главное не уточнять, какого именно года. И вообще лучше не приставать с вопросами к человеку, который возомнил себя Шерлоком Холмсом. Мало ли, что у него в голове происходит. Зебры, безусловно, очаровательные и милые создания. Но ведь не настолько же, чтобы ходить по городу в зебровом плаще. Не так-то просто жить в наше время, если в душе ты настоящий рыцарь. Приходится носить костюм, сделанный из кольчуги. Сколько он весит, страшно даже представить. Вот как быть, если хочется одновременно надеть и шлепки, и носки, и при этом всем показать свой педикюр? Ну вот, перед нами довольно необычный вариант решения этой задачки. У людей бывают разные кумиры, но особенно тяжело живется людям, у которых кумир – ананас. Посудите сами, ходить везде в ананасовых штанах многим покажется странным. У кого-нибудь есть идеи, для чего нужно рукава к подолу платья пришивать? Выглядит это, конечно, необычно, но тут главное резко руки не поднимать, а то казус получится. Всевозможные смайлики настолько прочно вошли в нашу жизнь, что многие уже не могут без них общаться. Даже приходится делать специальные платья, чтобы свои эмоции на нем можно было пальцем показывать. Вот что за издевательство над котами! Зачем делать одежду, на которой котики в космосе нарисованы? Может, у животных стресс от такой картины? Даже легендарная Мона Лиза пала жертвой моды. Ну хорошо, ну любишь ты искусство настолько, что готов им себя окружить. Но зачем же печатать работы Да Винчи на носках? Кто-нибудь знает, что здесь происходит? Потому что я не совсем понимаю. Это что, человек-пупырка? Передвижной аттракцион? В общем, пишите свои идеи в комментариях. Сам я не в состоянии понять этот феномен. Это как же сильно нужно любить свою собаку, чтобы вся твоя одежда была заполнена ее портретами. И вообще, как к этому относится сама собака? Любить лисичек – это нормально. А вот носить их мордочки на своих сапогах – это уже не очень. Особенно если учесть, что эти мордочки настоящие. Вот это я понимаю, человек несет позитив среди серых будней. Да и на дороге, опять же, все водители издалека заметят. Практичный наряд. Да уж, ну тут есть несколько вариантов. Либо перед нами Супермен, поэтому он носит трусы поверх штанов, либо человек до смерти хотел всем продемонстрировать свое новое белье, но не знал, как это сделать. Полноценный костюм, сделанный из печенек. Ну, такой и я себе хочу. Проголодался, оторвал себе печеньку и никаких проблем. Да, мода штука переменчивая. Еще на прошлой неделе купил себе обычный костюм, а на этой неделе стали модными костюмы Adidas. Ну, что теперь, выкидывать что ли купленный костюм? Нет, конечно. Нужно просто приклеить на него нужный логотип. Эта футболка новая. Она в таком виде продается в магазине. Не хочется никого обидеть, но у меня дома есть половая тряпка, и на ней гораздо меньше дырок, чем на этой футболке. Когда в моду вошли брюки с высокой талией, это стало ударом для многих. Ведь приходится не только новые брюки покупать, но еще и 3 дополнительных ремня, чтобы они не спадали. Умение выделиться – основная черта настоящего модника. Если твои друзья пришли в обыкновенных костюмах, приходи в серебристом, а еще лучше – в зеркальном.
Серьезно? Это сейчас так модно, что ли, ходить с прицепленной подушкой-какашкой? Не, ну, если модно, тогда никаких вопросов, хотя выглядит все равно странно. Если у вас тоже есть интересные и необычные фотографии, присылайте их по ссылкам в описании под видео. Во! Вот это классный наряд! Не надо ничего придумывать, не нужно выбирать образ, просто надеваешь на себя мятый пододеяльник и едешь на работу. Дизайнеры, модельеры, портные сколько веков трудились, придумывая самые разнообразные головные уборы. От обычных платков и шалей до самых невозможных шляпок. Но все бесполезно, люди все равно на голову трусы надевают. А вот обязательно шокировать окружающих, надевая штаны с анатомически верным расположением всех мышц? Не все, знаете ли, хотят увидеть ваши ножки без кожи. Это что, платье? Или это штаны? Комбинезон? Костюм Бэтмена на минималках? Как вообще называется этот шедевр высокой моды? Друзья, подписывайтесь на мой новый канал Видеомикс. Там вас ждут смешные ситуации, пугающие истории и многое другое. Переходите по ссылке в описании под видео и оцените канал Видеомикс. Спасибо, ну а я продолжаю. Интересный вариант для тех, кто не смог выбрать, что же ему надеть. Строгий деловой пиджак или неформальную джинсовую куртку. Теперь-то все точно останутся довольны. И куда же предлагается приходить в таком костюме? Это вообще что, городской повседневный наряд? Что-то я не уверен, что люди будут в восторге. Очень странная недокуртка. Такое ощущение, что у нее кто-то аккуратненько украл верхнюю часть, но людям это все равно не мешает ее носить. О, а вот и верхняя часть от куртки. Правда, теперь здесь нету нижней. Ну, видимо, приходится выбирать. Целая куртка в наше время – это слишком большая роскошь. Бери либо верх, либо низ. В этой кофте дырок определенно больше, чем ткани. Я уже представляю, какой фантастический будет загар после прогулки в таком модном предмете гардероба. Перед вами странный гибрид шортов и джинсов. С одной стороны смотришь вроде бы шорты, а с другой вроде бы джинсы. Эдакий вариант на все случаи жизни. Ну вот, еще лучше. Полностью прозрачные штаны. Ну и какой от них прок? Греть не греют, ноги не прячут. Странная штука. Это что, передник? Или какой-то слюнявчик для взрослых? Слушайте, мода такая сложная штука, что пора бы выпустить какой-нибудь справочник по странным предметам одежды. Идеальный вариант для тех, кто хочет надеть джинсы, но при этом продемонстрировать всем окружающим свои коленки. Не совсем понятно, кто захочет на них смотреть, но для желающих тут есть специальные смотровые окошки. А ведь неплохая идея. В следующий раз тоже завернусь в цветное стеганое одеяло и поеду по делам. Дешево, тепло, уютно, чего еще надо-то? Интересный костюмчик для тех, кто всегда мечтал побыть ходячей рекламой. Хотя, может, и есть такие фанаты чистящих средств, которые с радостью прикупят себе такой наряд. Да уж, тут с первого взгляда и не поймешь, что это вообще за одежда такая и на какое место ее предполагается надевать. Наверное, это все-таки куртка или кофта. Впрочем, утверждать я не рискну. Может, это вообще юбка с рукавами. Какая жуть! Зачем пришивать к куртке оторванные головы кукол? Женщина сразу выглядит как боевая охотница за головами. Секундочку, эта женщина перепутала зад и вперед у своего наряда или так и было задумано? С этими тенденциями современной моды ни в чем нельзя быть уверенным. Вот и правильно! Как же обойтись без дверных ручек на груди? Вдруг кому-нибудь постучаться захочется? Вы много встречали людей, фанатеющих по брокколи? Настоящего фаната видно сразу. Только он может ходить в такой необычной футболке с таким жизнерадостным видом. А этот человек, похоже, в Пакмана переиграл. Причем, заметьте, это вам не какая-нибудь простая футболочка с веселой картинкой. Это полноценный классический костюм по мотивам игры. Леопарды в городе. Это опасно. Даже если это просто слишком модная семейная пара. Ну, тянет людей поближе к природе. Что тут поделаешь? Ну, вот теперь я буду мучиться вопросом, откуда же начинаются эти сапоги. Или это все-таки штаны с каблуками? Вот если, к примеру, с ними что-нибудь случится, их следует нести к сапожнику или к портному?
Вот вроде все говорят, что ремень должен быть на талии. А как быть, если талию найти с первой попытки не получилось? Вот и приходится носить два ремня. Интересно, этот парень в Хогвартс собрался, или у него просто стиль одежды такой, ну, с магическим уклоном? Согласитесь, не каждый день доводится встретить прохожего в такой шляпе. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании под видео. Ну что, ребята, мы это сделали! 2 миллиона подписчиков, а до Нового года еще осталось время! Но это не значит, что нужно расслабляться.